проверить готовность к проведению единого государственного экзамена в 11-ю школу приехали глава Ленинского городского округа Станислав Катаров и его заместитель Иван Гетман. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности всех участников экзамена – одна из главных задач. Кинологическая служба, она с утра обычно обеспечивает всю необходимую безопасность. У нас сотрудники полиции дежурят в каждом пункте. И у нас медицинские работники, которые находятся также во время проведения экзамена с утра и до 15-16. Надежное и бесперебойное энергоснабжение школ также имеет большое значение, поэтому на каждом пункте проведения экзаменов есть генератор и дежурный электрик. Наш пункт ПП-2741 оснащен полностью, готов к проведению единого государственного экзамена. На нашем пункте 13 аудиторий по 15 человек. Итого 195 человек за один экзамен мы готовы принять. Единый государственный экзамен пройдет с 23 мая по 5 июля. Основной период откроют экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку назначен на 28 мая. По профильной и базовой математике на 31. Желаю, конечно же, нашим всем ребятам успешно сдать ЕГЭ, поступить в те вузы, которые они выбрали для себя, и добиваться успехов на благо нашего городского округа Ленинского, на благо Московской области, на благо всей нашей России. С этого года, благодаря президентской реформе ЕГЭ, у выпускников есть право пересдать экзамен по одному из предметов. Дмитрий Книга, Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.